Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Control. Ну-ка, сейчас быстренько я посмотрю, что у нас тут за задание-то. Зона соприкосновения. Что надо сделать-то? Я что-то забыл, все, к херам. Зона соприкосновения. Маршал отправляет Джесси на переработку черного камня в секторе обслуживания, чтобы добыть больше призм из черного камня. Она обещает рассказать Джесси все, что ей известно о Дилане, как только производство рук будет запущено снова. Надо запустить производство рук, да? Сектор обслуживания. Ну-ка посмотрим на карте, где он. Центр обслуживания. Центр обслуживания. Нам надо идти туда. Сейчас пойдем. Что-то нажал херню какую-то. Сейчас пойдем. Туда. Куда? Сюда. Побежим даже. Здесь мы уже были. Здесь мы были уже, по-моему, два раза, если не ошибаюсь. А может быть, один. Может быть, и один. Что-то, блядь, мышка нихера. Во, нормально вроде. Слишком медленно. Вентиляция, подсобка. Так. Лифт. Чё, блядь? Лифт сектора. Лифт сектора, да? Ну ладно, хуй с ним. Здесь. Здесь мы были. Наверное, да, коробка открыта. Здесь мы были, все, мы тут забрали. А лифт-то, наверное, наверху. Но здесь больше, наверное, нет нихера. Как я предполагаю. Да, ничего нету. Ничего нету. А, вон, наверное, лифт-то впереди. Или это не... Да, вон лифт. Лифт здесь. Лифт здесь. Сектор обслуживания. Сектор обслуживания нам нужен. Сектор обслуживания. Давайте пойдем туда. Пойдемте туда. Язык заплетается, еще не проснулся по-нормальному. Раннее утро. Хотя уже солнце за окном, как вы можете наблюдать. Ну, расцветает-то теперь пораньше все-таки. Это что за хуйня? Это лифт у нас помечается. Это метка лифта. Сейчас будут нападать хулиганы. А, так я пришел уж практически. Вот же сектор обслуживания-то. Вы продолжите в направлении места переработки черного камня. Черного камня. А куда, блядь, продолжить-то мне? Эх, нихера себе. Место еще туда. Ну, наверное, сюда нам все, правильно, да? Да. Переработка черного камня. Тихо, не подлагивай, блядь, пожалуйста. Ова, все, началось. Так, берем хуйню, кидаем в рыло. И все на этом заканчивается, хотите сказать? Судя по всему, да. Нет, не все. Нет, не все. А вот теперь... Блин, там, слушай, там эта перемещалка, он есть. Ай-яй-яй-яй-яй, как ее ебнуть? Чем? Ну, чем мы сейчас обязательно найдем? Вон она. А я отсюда ее дострелю? Слушай, я попадаю, что ли? Да ладно. Что за хуйня? Кто это так? Ух, блин, народ, он бежит. Что это за дичь такая, мне вот интересует? Да хорош ты меня пиздячит, ты что делаешь? Перезарядка. Нам надо, вон еще бежит. Так, надо срочно по стулом. Отлично просто. Эх, нихера себе. Кто это такой? Ракетный где-то там. Ракетчик. Или это ты вот? Так, тихо, он упал. Как говорится, лежачего не бьют. Но не в нашем случае. На лежачего еще и суд, блядь. Давай, Джесси, перезаряжай, пожалуйста. Ну что я в голову-то никак не попаду? Наверное, надо потому что стрелять не в жопу, блядь, а в голову. А что, он не до... Не понял. Он не сдох? Нет, он сдох. Ну, наверное, я отбился все-таки. Стоять, надо собрать нам жизней. Да, у нас, кстати, полоска жизней прибавилась. Я что-то внимания не обратил сначала. А действительно, мы улучшалку-то сделали на жизни, и полоска стала подлиннее. Однако, тут что такое? Коробочка. Коробочка с материалом, как я понимаю. Ну, еще материал. Материал есть. Вопрос, куда нам надо? Сюда? Хотя мы попадем в это же помещение.
Наверное, вот туда. А здесь ты тогда чего? Ну, на самом деле, не особо-то интересно. Там ничего нет, никаких улучшалок нету. Ох, блядь. Это что? Занавес, что ли, какой-то? Ну, вот здесь мы точно еще не были. Это нам как-то туда надо пробраться? Слушайте, она закрывается, вот ж... Вот это печалит меня. А сейчас есть и нападение какое. Все? Кирды... Пол, будут давать, блядь? Я что-то как-то... Прыжок веры, блядь, может быть? Слушайте, ну... Прыжок веры? Я что-то, блядь, сильно сомневаюсь, что здесь пол-то есть. Погоди, а как же нам туда-то пройти? Мне полю... Ё-моё. Ну, подожди, а мы сейчас стрельнем. Там пола нет. Ну, может, он не действует на... пули? Это я кусок пола выдрал. Почему камни летают? Все, больше не летают. Слушайте, я что-то прям сомневаюсь. Ну, а если мы пойдем в другую сторону немножко? Если мы, допустим, сейчас стекло здесь разобьем, а? Отличная идея. Идея просто великолепна. А ты пройдешь сюда, Джесси? Что? Джесси, почему ты не проходишь? Ёпты мать. Почему? Объясни мне. Ты такая толстая, что ли? Вроде ты миниатюрная девчулька. Так. О, придумал. Есть проход. Есть проход. Куда? Только. Вопросы. Так я... Тьфу, блядь. Я сюда и вернулся. Слушай, ну, неужели нам что-то там надо? А здесь-то что? Турбин... турбинный зал. Ну, турбинный-то зал я открою. А, слушай, а здесь тоже ведь есть проход. Секунду. Через турбинный зал? Ёбаный рот. Так, через турбинный зал, да? Там, вон, я вижу, нужно ток подать. А вот кор... А, кстати, подожди-ка. Ё-моё. Что-то не в порядке с турбиной. А если так? Ёпта, это очень опасненько. Это очень... Что такое, вентиляторы? О, вентиляторы, господи, вертушки. Турбинный зал. А, выше я не могу пройти, смотри-ка. Но есть здесь проход. Куда я хоть иду-то? Я вообще не понимаю, куда я иду. Я надеюсь, я правильно иду. Турбинный-то зал. Не, ну, слушайте, я иду правильно вроде как. Блин, что, серьезно, что ли? Мне надо... Ёб твою мать. Так, погоди-ка. А где мне второй взять? Тут же две вон этих штуки-то. Там я не вижу. Дверь, что ли, закрытая? Слушай, точно. Вторая, наверное, дверь открывает. А вторая у нас там пониже есть. Это которую мы сейчас воткнули только что. Сейчас, секунду, надо ее донести тогда. Иди-ка сюда. Так, сейчас мы ее донесем и воткнем. Дверка-то и откроется. Я не знаю, разработчиками задумывался этот путь или другой. Возможно, что и этот. Но точно дверь-то открылась. И мы открыли проход как раз куда надо. Как я понимаю. Главное не ебнуться. Это что? Это звездные врата, блин. Я понял. Так, секунду.
Надо, нам надо попасть в какой-то... Что написано хоть? Надо попасть в какой-то из измерений. Я не понимаю, что происходит, правда, пока. Но мы это выясним сейчас. Я буду долго дергать вот за эту херню, интересно знать. Что-нибудь вообще меняется? О, ёб твою мать. Обойти гостиницу Оушен. Но мы же ее обходили уже. Закрыто, секунду. Мы же здесь в ней были уже. Момент. Здесь есть дверки, которые мы с вами открывали. Здесь закрыто, есть звоночек. Не, чё? Там кто-то болтает, что ли? Ну-ка посмотрим, может быть, здесь что-то нас ждет. Еще. Не понял. Давайте тогда следующую откроем. Что-то есть. Чего, блядь? Стул поправили мы. Окно? О! А, надо, наверное, все... Я не понимаю, что происходит. Я нанялся в гостиницу этой самой, что ли? Уборщицы, блядь? А, может быть... Хрен его знает. Ну, давайте еще одну откроем. Я двери-то помню, как открывать. Стоять. Открылось сразу две? Подожди. Надо сделать так, как в этой комнате. Стул. Стул. Что-то произошло. Что-то явно произошло. О, дверь открылась. А тут что у нас? Ключи. Угу. То есть открылась дверка. Надо было сделать одну комнату по подобию другой. Ну, давайте зайдем сюда. Черный, дверь с черным треугольником. Ничего. Ничего. О, продолжить направление. Есть, смотрите, мы с вами построили путь. А это мы куда идем, интересно знать? Все правильно, наверное, мы идем. Можно было... Ёбаный рот. Можно было там пройти, можно было... А я здесь не пройду, да? И я не знаю, есть ли... Ну, она, наверное, разобьется. Исследование крупной цели. Блять, опять перейти в ритуальный отдел. Опять тут на время. Я не хочу, на самом деле, вот этот... Это задание проходить, потому что оно далековато, я думаю. Исследование-то. Ритуальный отдел. Это, да что такое, мне на эск тянет нажать? Турбинная комната. Так, спокуха. Спокойно. Перепрыгнули. А у нас там турбины-то сейчас... Подожди, а турбины, наверное, выключены все. Я не слышу шумы. Они не... Нет, не работают. Хотя мы здесь и вытащили этот блок питания. Это... Это было больно. Нет, смотрите, здоровье у него убывает. Когда я падаю, здоровье все-таки убывает. Ну, не допрыгнул я маленько. Ну, что ж, пойдем. А куда я? Где я оказался-то хоть? Странное место. Где я? Бляха-муха, а тут вот как... А я их не видел, что ли? Ёбана. А тут две коробки стояли, оказывается. Точнее, не две коробки, а два этих... Две батареи. Ай, бляха. А как я их не заметил? Слепой потому что, вот как. Вот тут есть, кстати, была аптечка. Аптечка. Что тут? Переработка черного камня. Погоди, куда нам идти-то, я припарил?
Вот сюда? Ну да. Давай занавес. Из камней. Блять, такой блок вот упадет на башку. Все. Только лужица останется. Побежали. Там, надеюсь, дверь-то вот эта без проблем откроется. Ну да, то же самое. Надо смотреть, а то пойдешь где-нибудь, а тут полунека. Мы должны найти обработочную черного камня. Если маршал права, я найду призму там. Там что-то ящик какой-то. Цветочки. Элютики, цветочки. Это что такое? Исследование и записи. Туда нам надо. А это что тут? Тут приемник стоять. Нам надо зайти сюда. Это комната охраны, что ли, какая-то? Закрыто? Да ты что? А у нас сейчас есть... У нас ключи есть, кстати. У нас есть ключи. О, такой ключ подойдет, я думаю. Тут что-то же есть. Вон, что-то лежит. А что ты не хочешь брать-то? Ну? Не работает, что ли? Не понял. Слушай, как тут светло. Музяка какая-то. А, это приемник на боку валяется. Я вот тут мафон. Не видно нихе. Напоминание. Если содержимое вашего рабочего места было представлено, удалено, добавлено или как-то изменено, вы должны немедленно покинуть это место. Общаясь с вами ободряющим тоном, это сохранит спокойствие не только у вас, но и у комнаты. Благодарим за внимание. Чё ты, блядь, несёшь? С этой стороны откроется? А с этой стороны не хочет открываться, что ли? Почему? Ну и хуй с ним. Пойдемте отсюда. Музяк работает, все работает. У нас доступ. Сральник. А в толчках что-нибудь? Нет, ничего нету. Точку контроля бы не мешало найти, ибо... А наверху чего? Подождите, что-то какая-то дискриминация, блядь. А, во, мужской. Я думал, блядь, женский сральник есть, а где... Мужицкий сральник, блядь. Почему не был построен? Не, в мужицком сральнике тоже ничего нету. Странно. Ну ладно. Очень мы с вами давно не сохранялись. Что? Не понял. Как так? А почему закрыт-то? Вот это поворот. Надо обойти, что ли, как-то его? Здесь что у нас такое? А, здесь... Ага, все понятно. Ну, это мы просто дверь обошли, да, я так понимаю? Да. Дверь заблочена. Очень светло. Очень светло, ни хера не видно практически. Там кто-то кого-то ебошит, блядь, как я слышу. Надо помочь своим. А здесь, с этой стороны, дверь откроется? Да, здесь открылась, хорошо. Ну что, суки? Так, тут плохие... О! Так, один готов. Слушайте, я не настреляю много. Ого! Так, тихо. Надо что-нибудь пиздануть. Готов. А чем это его так захерачили? Я попал, интересно знать? Пока... Ага, ого. Готов. Фаер! Так, где? Щитовые где? О, блин, здоровый какой. Ёбаный рот. О-о-о. Я попадаю, между прочим. На удивление, блядь. Не попал, что ли? Твою мать! Сука, энергия кончилась. Энергия кончилась у меня. Слушай, я его бью, блядь. И этого тоже забил. Хорошо, где еще? Вон еще один бегает. Получил пизды. Энергия на исходе. Так, что-то нужно нам. Где? Летун. Ебун, блядь. Сдохни, скотина. Да что ты репу-то свою, блядь, поставил? Придурок, блядь. На, получи, скотина. Блядь, нет боеприпасов. Ну? Сдох, что ли? Зачистить точку.
Еще или еще нет? А где? Тут еще ведь бегает. Я не пойму только где. Но она не зачищается. Или... Нет, это говорит о том, что где-то кто-то есть еще. Или подождите, надо эту хуйню разбить. Нет. Нет, нет, нет. Где-то, может, наверху. А, слушай, точно, наверху, наверное, где-нибудь остался кто-то. Эта сволочь наверняка спряталась. А чё такое? Где? Кто есть-то, ёпты мать? А никого и нет. Солдафон у нас тут есть. Он, смотри-ка, он целится наверх. Он целится наверх, значит, наверху кто-то есть. Вот он. Ха-ха, дядя, блядь, ты чё тут спрятался, придурок? Готов. А вот теперь зачищаем. Все, и нашли сохраняшку как раз. Замечательно. Мы даже людей спасли. Эй, Фейден, сюда! Куда? Кто кричал? Ты кричал? Баба. Старая. Хреново выглядит. Хреново выглядит. Подожди-ка, а у нас здесь что-то есть? А, у нас не, у нас конструкты, блядь, какие-нибудь есть? 25 тысяч я насобирал уже этих всяких, всяких материалов, но улучшить... Могу улучшить хватку, смотри-ка, улучшить хватку. Разблокировать оружие мода, увеличить базовый урон оружия. 25 тысяч, 22. Энтропическое эхо не хватает. Энтропического эхо не хватает. Давайте улучшим хватку. Улучшили хватку, продолжить. Хватка, это, я так понимаю, пистолет ведь, правильно? Нам надо его как-то улучшить. Где у нас модик? Так, 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 тут нету. Модик, модик, модик. Подожди, подожди, на джи, блядь, точно. Улучшить хватку. Хватка, захватка. Прибавка к урону за комбо убийств. Это для чего? 40%, хуясь, а? Исключительно для стоимость... Боеприпасов за выстрел минус 5. Это еще и деньги берешь? Урон при низком уровне здоровья. Посмотрите, я вот, наверное... Урон после убийства плюс 40%. Это вообще хорошая штука-то. Давайте ее сделаем. Ну да, чего нет-то? О, поставили 40%. Охренеть. Кстати... Тут есть какие-то у нас одинаковые вещицы. Урон брони от оружия. Или, может быть... Я разобрать хочу некоторые вещицы. Осколочное усиление. Или не надо, может, оставить пока. Давайте оставим. Ладно, пистолет у нас есть. Так, тихо, это не пистолет. Вот пистолет. Пистолет мы улучшили. Где задание? Стоять, миссии... Миссии, зона соприкосновения. Поговорить с Эришем. Поговорить с Эришем. Где у нас Эриш-то? Где-то здесь. На втором этаже? Эриш, ты где, сволочь? Кай, там что-то было. Стоять, тихо. Тут что-то было. Ящичек, отлично. А, вон он, наверное, внизу стоит. Что я там, материал взял? Во время расследования что-то наши агенты наткнулись на шнур выключателя. Вот это встреча, блядь. Ты? Блядь, нет. А где Эриш-то? Эриш, где ты? Ну, погоди, наверное, это он. Нихера не он. И ты не веришь, да? Я же слышал, он где-то орал. Может, там вот, на втором этаже? Ну, я ж там был, как бы. Эх ты, а здесь пройти можно? Нет, нельзя. А я думал, можно.
А я думал, слушай, ну тут нету ничего, блядь. Где Эриш, твою мать? Может, он здесь? Да не, внизу тоже как бы он не должен быть. Здесь два человека. Два человека, мать его. Я чуть кого-то не вижу, что ли? Это ты не Эриш? Ну поговори со мной, мужик. Не хотят? А, блядь. А здесь нет никого больше. С кем мне разговаривать-то? Эриш, блядь. Обслуживание камеры... Погоди, камера Атласа? А вот это вот не камера? Нет, наверное. Камера Атласа. Чё-то нос чешется. Ты не веришь, блядь? Бля, я не знаю, где он. Что за хуйня? Что за затупы? На ровном месте. Здесь лестница, здесь нет никого. Не, ну может он, конечно, где-нибудь на втором этаже действительно спрятался. Ну а где тут он? Может, я тем более даже слышал, как он зовет меня. Типа, эй, иди сюда. А куда? Я в упор никого не вижу. Тут два человека, все, больше нет никого. И кто-то разговаривает со мной постоянно. Может, столом пиздануть по этой штуке? Что-то... Что? Может, ее в натуре разрушить надо? Да не. Быстрое перемещение. Контрмеры... А что такое контрмеры советов? Я забыл. А! Прогресс, блядь, типа того, да? Я... Слушайте, я не знаю, что делать. Они стоят просто на месте. И баба. Момент. Там столько оружия висит на стене. Где же этот гребаный Эриш-то? Ты ж, ёпты мать, где ты? О-о-о! Дайте мне что-нибудь. Хотя тут ничего такого полезного нету. Чтобы нам помогло действительно. Мало того, тут темно, не видать ни хера. Ну, второй этаж, что ли? Блядь, ну и затуп. Бывает, хули. А, о. Смотри-ка. Вот он, нашли. Рад видеть вас в целости и сохранности. Каков урон? У каждого несколько ранений. Нужно доставить их в операционную как можно скорее, но, думаю, они не транспортабельны. Придется стать транспортабельными. Теперь сделайте это. Не знаю, чего. Что-то там надо сделать это. Спасибо, что уничтожили это. Чем бы оно ни было. Мы тут еле держимся, шеф. Как дела в секторе обслуживания? Что мне им сказать? Правда, их не обрадует, но эти люди знакомы со смертью не понаслышке. Иссы повсюду. Большая часть бюро под их контролем. Нам нужна призма из черного камня для производства рук для тех, кто выжил в убежищах. Я направляюсь в лабораторию, в которой Дарлинг ее там держит. Если подвести итог, смерть, катастрофа и неминуемая гибель. Обычный день ФБК. Лаборатория Дарлинга находится сразу за обработочной черного камня. У нас есть новости на этот счет. Хорошая новость в том, что... Что-то плохая в том, что туда проник монстр иссов. Монстр? Ну, так сказали рейнджеры. Те из них, кто выжил. Мы просто переливаем из пустого в порожнее, пока иссы все прибывают. Сальвадор бы точно сказал, как нам поступить дальше, если бы он со службы охраны пошел в сектор содержания. Если бы он не пошел. Ну, никто, что-то там, ничего не может им... Наш бесстрашный лидер. Они должны не полагаться на меня. Они не знают меня. Они знают, как я подвожу людей.
Вы проделали хорошую работу, Эриш. Теперь нужно, чтобы вы забрали людей и направились в нашу базу в секторе обслуживания. Там можете перегруппироваться. А я пойду разберусь с этим монстром. Я уже начинаю к ним привыкать. Да, Фейден. И всадите от меня пулю в эту тварь. Какая-то тварь, короче. Блять, я не успеваю читать, твою мать. Найти призму с черного камня. Меня вот это раздражает. Чуть-чуть будет прям помедленней. Самое смешное, я даже про себя не успеваю некоторые вещи читать. Не говоря уж о том, чтобы вслух все это зачитывать. Ну, смысл понятен. В лаборатории Дарлинга какая-то хрень поселилась. Неминуемым монстром. Что уж там за монстр, хрен его знает. Потратили мы немножко времени, конечно, на поиск Эриша. Но хули сделаешь-то, как говорится. Закрыто. Я куда иду? Я правильно иду. На удивление. Так, найти призму из черного камня. Из черного камня. Не из белого, блядь. Из черного камня найти призму. Хорошо. Что за монстр? Эриш не шутил по поводу этого монстра. Конечно, не шутил. Тут повсюду город трупов он. Ух ты. А вот сейчас бы еще бы контрольную точечку нам не мешало бы найти. Вон там какая-то хуйня светится уже. Тут что? Не знаю. Здесь открыто? Открыто, но я туда не хочу. Здесь доступа нету? Нету. Ну, пойдемте. Когда я попала сюда первый раз, ты показала мне рук и устройство, которое их производит. Ты можешь мне найти призму? Спрашивает Джесси у того создания, которое в нас в ней поселилось. Так, это что за хуйня? Не знаю. Не знаю, но мне это не нравится определенно. Какая-то херня вон там вон есть. Это что такое? О, нет! Они все разбиты. Не осталось ни одной целой призмы. Ох, бля, какого черта? Я не знаю. Кто это, блядь? Так, давай что-нибудь возьмем мы. Что-нибудь возьмем и будем с собой это таскать. Ох, ебить твою налево. Монстр! Надо диван, блядь. Диваном всех лучше ебошить. Всех тварей. Надо где-то. Пошел отсюда. Блядь, неплохо. Неплохо. Эх ты, это у меня так пизданул, что ли, сильно? Спокойствие, только спокойствие. Где? Оно невидимо. А я его убил? Слушайте, из него что-то вылетает из жопы, да, блядь, все-таки какие-то лечилочки. Ну, я так... Обыскать лабораторию Дарлинга. Нужно найти лабораторию Дарлинга. Нужно. Ну это какая-то невидимая хреновина, ну не такая уж она и опасная, именуемая монстр. Я надеюсь, что это и был монстр. Потому что... Мне не хочется встречаться с более сильным каким-то созданием. Сейчас мы тут все обыщем. Может, коробочку найдем. А может, не на... А может, не найдем? Блин, вы посмотрите, даже подгрузчик разрушаемый. Блин, ну разрабы, конечно, молодцы. Вот по этому поводу. То есть я пизданул по баллону, который лежит на погрузчике, и он взорвался. Но это очень редко сейчас встречается в играх. Да практически нигде. Ой, что-то я сделал, что-то, блядь, не то нажал. Но проход-то мы разблочили. Лаборатория черного камня. Это что такое? Это какие-то бумажонки.
Угу. Здесь дверь, здесь... Мы называли их зонами, каким карьер одна из наиболее стабильных зон в секторе обслуживания. Вот оттуда берутся черные камни. Ты тоже это слышишь? Черный камень добывают в зоне соприкосновения. Это хорошо, она сохраняет все в стабильном состоянии. Ни хера не вижу, блядь. Так, это мы уже видели. О, вот о чем говорят парасеки. Я не понимаю. Извините, что перебываю, сэр. А. Это у нас пятый уровень открылся, да? Пятый уровень доступа. Черные камни добываются в карьере в специальном. А здесь что? Ну, мусора, конечно, под окнами поехали. Как же без них-то? Ну? Пятый уровень открытый, есть. Тут чего? Что за хуйня? Это лифт. Так, карьер черного камня, переработка черного камня. Ну, естественно, блядь, что карьер и переработка. Здесь все странное и безумное, но кажется таким... правильным. Будто таким должен быть мир. Я нахожусь в бесконечном здании, двери которого ведут в другие измерения, и мне хочется тут остаться навсегда. Даже несмотря на весь ужас вокруг, я счастлива. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. А Джесси что-то тут прикалывает. Что ты... Ох, ебит твой налет. Не попал. Есть попадание. Тут их, наверное, целая куча будет. Ох, ебано. Не добежал. Не добежал. Вон там еще двое бегут. Двойной удар, блядь. Покруче, чем у Ван Дамма. Что тут у нас? Аппаратная АЭК. Она вот туда, наверное. Карьер черного камня. Аппаратная АЭК. Че тут? Ничего. Аппаратная АЭК. Еще что ли лифт? Или нет? Карьер черного камня, аппаратная энергоустановка АЭК. А здесь тогда чего такое находится? Погоди, там написано. Карьер черного камня. Ага. Значит, там сюда. Энергоустановка АЭК. Ох, блин, тут есть сохраняшка. Точка контроля. У меня, кстати, пока никто не видит. Здесь я сохранился, да? Да. И давайте на сегодня тогда закончим. На сегодня закончим серию. Продолжим с этого же места в следующий раз. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.